Вы негодуете, когда в доме раз в полгода отключают лифт и приходится идти пешком? Давайте посмотрим, каково приходится им, жильцам самой крутой улицы в мире. 360-метровая Болдуин-стрит в Новой Зеландии является самой крутой улицей в мире, на некоторых участках которой угол подъема составляет 19 градусов. Угол подъема в 19 градусов означает, что каждые 2,86 метра поверхность дороги поднимается примерно на 1 метр. На протяжении всей своей длины Болдуин-стрит поднимается почти на 80 метров. К слову, идущие параллельно Болдуин-стрит улицы также весьма крутые. Например, Арнольд-стрит повышается на 1 метр каждые 3,6 метра. Несмотря на то, что Болдуин-стрит официально признана книгой рекордов Гиннесса самой крутой в мире, некоторые небезосновательно оспаривают этот факт. Так, например, 22-я улица Сан-Франциско на некоторых участках имеет угол наклона в целых 40 градусов, то есть вдвое круче, чем новозеландский рекордсмен. Кроме огромной популярности среди любителей экстрима, Болдуин-стрит облюбовали всевозможные благотворительные организации. Именно эту улицу можно увидеть во множестве роликов, где огромное количество чего-нибудь, например, круглых шоколадных шариков, скатывается вниз, создавая эффект лавины. Вырученные деньги от спонсоров потом идут на благотворительность. Спасибо, что посмотрели, поставили лайк и подписались на наш канал. Пишите в нашей группе ВКонтакте, какие выпуски вы бы хотели видеть следующими у нас на канале.